В этом году Южно-Казахстанская область вышла из буферной зоны по ящеру. Это позволило региону увеличить экспорт мяса. С начала года фермеры Юга отправили за границу почти 3000 тонн продукции. Ключевой рынок сбыта казахстанского мяса – Иран. Весной с этим государством был подписан меморандум, согласно которому иранская сторона планирует ежегодно закупать 20 тысяч тонн. Этих овец в крестьянском хозяйстве откармливают специально на экспорт. Их здесь порядка 4000 голов. Для фермеров это уже не первый опыт. Сначала они кормили мясом только казахстанцев, потом арабов. Теперь отечественная продукция на столах иранских потребителей. В этом году в Иран уже отправили 6000 овец. В Казахстане овцы пасутся на пастбищах, питаются экологически чистой травой. Поэтому мясо у них качественнее и вкуснее. Наша компания планирует в 2018 году закупить здесь 5000 тонн мяса овец. Только на бойне этой компании, которая расположена в черте города Шымкент, ежедневно забивают до 200 голов мелкого рогатого скота. После забоя туши упаковывают и укладывают в морозильные камеры. А специальная технология и оборудование позволяют сохранить все полезные свойства и вкусовые качества. Поэтому за южноказахстанским мясом покупатели выстраиваются в очередь. К нам приезжали покупатели из Дубая. Им понравилась наша продукция, и теперь мы готовимся подписать с ними контракт. Они готовы каждую неделю забирать от 20 до 60 тонн. В целом же в этом году наша область произвела больше 173 тысяч тонн мяса и экспортировала более 330 тонн мяса крупного рогатого скота и баранины, почти 2500 тонн мяса индейки. Не меньше планов и на будущий год. Область вышла из буферной зоны по ящеру, теперь наращивает экспортный потенциал и покоряет новые рынки. Только Иран готов ежегодно закупать до 20 тысяч тонн баранины. Уже подписаны предварительные соглашения об экспорте мяса овец в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак. Наталья Суирболот, Абишев Нурмахан Мехмуратов, Южно-Казахстанская область, Хабар 24.